Патриотизм не на словах, а в действии. Чтобы сохранить историю подвига народа, нужны реальные дела. В этом уверены активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России». Они организовали субботник в Луховке. Убрались на территории памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. За три дня до праздника Великой Победы найти в черте города мемориал, который нуждается в уборке, было сложно. Нам сообщили, что здесь можно еще убраться, то есть есть определенный спектр работы, поэтому сегодня вот мы тут протираем памятники, подметаем, метем, собираем мусор, который разбросан. Ну, то есть наводим такой косметический, эстетический порядок. Бордюры побелены, на клумбах высажены цветы, на газоне и асфальте больше нет мусора. Мемориальные доски вымыты до блеска. Это место готово к празднованию Великой Победы. Этот памятник очень важен для меня, потому что на нем находится имя моего прадеда. Я обязательно сюда приду 9 мая, чтобы почтить его память. Помимо акции «Патриотизм в действии», «Молодая гвардия» ежегодно проводит серию встреч с ветеранами, оказывает им помощь в решении бытовых вопросов. Свидетелей Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. То время, которое молодое поколение проводит вместе с ветеранами, ценно. Им важно услышать слова благодарности за мирное небо, которое они сохранили для нас. Марина Солонина, Александр Гурьянов. Народные новости.